Всем привет, ребят, с вами Happy God Games. И сегодня будем трейдить неонового ворона вот такого. Вот такого милашка, мы его будем сегодня трейдить. Продолжаем и смотрим, что за него будут давать нам. Так, идем в центр, чтобы с нами потрейдились. И пишем трейд неон вороны. Трейд неоновую ворону. Давайте предлагайте трейдик, если хотите, и мы посмотрим, что вы можете дать за этого неонового красавчика. Давай, что ты дашь? Он нам дает флайрейт попугая. Ну, сори, он, наверное, стоит, неонового попугайчика. Я не уверена, ребят, но вроде бы иногда дают. Прости, нет. Ладненько, ищем следующие жертвы. Нам предложили трейд, но вы он уже с Кейтом трейдимся. Ладно, трейдимся. Вот нам предлагают трейдик. Опять он с кем-то уже трейдится. Да блин, ребят, что за издевательство. Давайте, трейд же неонового ворона. Вот, нам предлагают трейдик. Что ты дашь нам за него? Флайрайт короля пчел. Ой, какой пчел. Короля обезьян. Перепутала. Так, крокодильчика и шар. В принципе, ребят, нормально трейд, поскольку король пчел скоро цениться будет. Ой, золотой пингвинчик. Ну и золотой пингвинчик тоже нормально, но... Не, сори, я не хочу. Давайте. Нам предлагают томп, ребят. И флай пчелку, и неоновую флайрайт собачку. Ну, сори, ребят. В принципе, трейд нормальненький. Сколько томп ценится, из-за него могут дать тоже неоновые леди, но я не хочу, сори. Ледненько, продолжаем. Пишем опять трейд неон крау. Трейдимся. Так, нам предлагают трейдик, но он уже с кем-то трейдится. Вот. Эта девочка предлагает трейдик, и что ты дашь нам? Она ничего не хочет давать. Печалька. Да, ребят, она хочет его бесплатно. Она просто отклонила. Вот она опять предлагает трейд, не знаю зачем. Нет, сори, это тот же человек, но сори, не. Так, опять пишем. Трейд неон крау. Трейд же неонов. Давайте. Так, нам предлагают ворона, окей. Им дает флайрейд фроста. Ребят, ну, в принципе, трейдик нормальный. Ой, какой нормальный. Ребят, трейдик не очень, поскольку это иногда дают за него неоновый фрост, поэтому, сори, нет. Так, ладненько. Я, наверное, пойду на другой сервер, поскольку тут мне не хотят предлагать никакие трейдики. Поэтому, ребят, уходим на другой сервер. Тут уже есть одна неоновая. Неоновый ворон, он с ними и потрейдится. Ребята, в общем, я зашла на другой сервер, там я нашла девочку. И с ней мы будем трейдить этого неонового ворона. Так, давай, предлагай мне. Так, мы... Так, напишем ей. After and I a cat. Можешь ли ты мне добавить, и я соглашусь, окей? Окей? Можешь добавить потом. Так, напишем ей. Но не вот это. Не став. Пожалуйста. Так, давай. Попросим ее добавить. Пожалуй, давайте вот эту машинку. Давайте напишем. Horse. Кукол. Ребят, как это пишется? Короче, неважно. Может она добавить, короче, ребят, мотоцикл, вот, лошадку, и потом еще что-нибудь. Напишем ей так. Так. Так, напишем «да». И «after». Давайте напишем, может ли она дать потом еще единорожку, и я согласна. Окей, она написала. Давай, трейдик. Давай трейд, и давай мне единорожек. Вот, спасибо ей. Надеюсь, она не обманет. Очень надеюсь. Пожалуйста, напишем. Не обманывай, пожалуйста. Спасибо.
Ребят, спасибо, я что, не обманула? Теперь у меня есть еще такой мотоцикл, вот такие питомцы, я смогу сделать в него нового. Спасибо ей. Ребята, та девочка ушла, а мы, в принципе, смотрим, что она дала, такой альпиносик. Классно, ребят. Также она дала неонового грифончика. Он тоже милый. Так, она дала двух единорожек, мне нужно еще одно собрать, ребят. Так, она дала мотоцикл единорожки, мы его тоже посмотрим, хоть он у меня есть. И она дала неонового оленя. За что я тоже говорю ей спасибо, за что она не обманула, когда давала мне двух единорожек, ребят. Поскольку я волновалась, что она обманет. Но, к счастью, нет. Она честная. И она дала мне единорожек. Так-ка мы посмотрим. Вот такой мотоцикл единорожка. Он мне очень нравится. Он миленький. И это классно, ребят. Хорошо, что меня не обманула эта девочка. Ребят, напишите в комментариях, как вам такой трейдик. Понравился ли он вам или нет. А я всех очень люблю. До скорых встреч и всем пока.